Автор Ерлан Ербулатулы. Категория «О работе государственных органов». Министру юстиции Имашеву. Уважаемый министр, прошу вас сообщить, на какой стадии сейчас находится процесс рассмотрения законопроекта о частной детективной деятельности. Насколько мне известно, в середине мая текущего года данный законопроект был внесен на рассмотрение в Мажилис. Если возможно, объясните подробнее причины, препятствующие принятию этого важного закона. Уважаемый Ерлан Ербулатулы, проект закона Республики Казахстан о частной детективной деятельности внесен на рассмотрение Мажилиса парламента постановлением правительства от 30 мая 2013 года. Всего депутатами Мажилиса парламента проведено 16 заседаний рабочей группы по рассмотрению законопроекта. Необходимо отметить, что он не находится на доработке, как указано в вашем сообщении. В настоящее время работа над законопроектом продолжается в рамках созданной рабочей группы Комитета по законодательству и судебно-правовой реформе. Частная детективная деятельность нужна в Казахстане, так как можно открыть интернет, услуги предоставляет и в Астане, в Алмате несколько агентств. К примеру, жена приходит, говорит, муж на работе пробует, командировка, якобы говорит. Ну, доказать не может, но сердце чувствует. То есть потребность, правильно? Люди обращаются, очень много людей обращаются. Вопросы разные. И, следовательно, значит, это нужно Казахстану, нашему населению, чтобы узаконили. А чтобы узаконили и дали права нормальные. We'll be right back.